Hey, всем привет! Сегодня мы послушаем новый сингл Memphis Mayfire «Bleed Me Dry». Это третий сингл с грядущего альбома, по всей видимости, с грядущего альбома, потому что пока нет ни трек-листа, ни его названия. Первый сингл «Black and Water» мне очень понравился, я его затер до дыр в июне, в июле. Второй сингл, я даже не помню, как он называется, практически я не слушал. Он неплохой, в нем даже мне больше куплет, пожалуй, понравился, но сведение в обоих треках очень крутое. Я даже переслушал первые альбомы, можно сказать, знаковый 2011 альбом, и там, пожалуй, даже не такое плотное сведение, а мне кажется, вот эти треки ближе как раз вот к 2011-2012 году. И если вот так продолжится на новом альбоме, возможно, это будет вообще лучший релиз за всю историю Memphis Mayfire. Ну, пусть это будет моей такой ставкой своеобразной. Давайте послушаем третий сингл Memphis Mayfire в этом году, «Bleed Me Dry», ну и, в принципе, за последние несколько лет. Погнали! И да, кстати, судя по превью, опять в этой локации будет клип. Неплохое начало. И опять очень плотное, крутое сведение. Вот здесь прям бочка, снейр, гитара и бас, они прям вот в одно целое. Вот я прям в восторге. Ну так, стандартненько для них. Блин, припев очень похож на хитовый. Сейчас еще разок послушаю, он уже отложился у меня в голове. Не, припев очень крутой припев. Мне нравится. Чё, брейк? Брейк? Опа! Блин, было бы круче, если бы на октаву ниже было в этом моменте. Но это прихорус такой. Бля, припев разъеб. Охуенный припев. Вот, даже круче первого сингла. Бля, топово, топово, абсолютно топово. Я думаю, они утолили жажду всех, кто любит Memphis Mayfire разных периодов. Здесь и в довольно небольшой, но все-таки дозе есть экстремальный вокал, брейки, но при этом и не забывают про свои хитовые припевы. Вот этот трек, я могу уже со стопроцентной, со стопроцентной уверенностью назвать в духе и в целом
по уровню качества наравне с дебютными релизами, ну, со вторым альбомом 2011 года и 2012 года. Прям очень круто. А их альбом, надеюсь, он выйдет все-таки в этом году, потому что никаких по-прежнему нет анонсов, повторюсь. Надеюсь, он скоро выйдет. У меня есть ощущение, что, возможно, это будет альбом год для меня в жанре. Надеюсь, будет круто. На этом пока все. Ждем новый альбом Memphis Mayfire. До скорых встреч!